Все самое интересное здесь, так скажет руководитель любого музея или памятного места. Таких в Ульяновской области не счесть, но мы предпочитаем любоваться красотами других стран. Пандемия вернула всех по домам. Это лето многие жители региона потратили на изучение удивительных мест родной земли. Простор и простые красоты. 50-й национальный парк России Сенгилеевские горы сегодня полон туристов. Изучают местную природу и поражаются ее многообразию и стойкости. Чабрец и дикий лук растут на каменистых склонах, сурки прорезают ходами меловые холмы. Ветер на вершинах и первозданная тишина в ложбинах каменистых степей. По количеству полученных разрешений, да, и по отметкам в социальных сетях я могу сказать, что внутренний туризм в Ульяновской области он сейчас пользуется спросом. Вот, и как бы национальный парк посещает большее количество людей, нежели чем было в прошлом году. То есть для нас это сыграло в своем роде как бы положительный момент. Из Ульяновской Швейцарии в тенистые леса Барышского района. Акшуатский дендропарк – лесопитомник с экзотическими породами деревьев и кустарников. В доме музея Владимира Поливанова, основателя дендропарка, музей с мастерскими уникального для современной России промысла – лозоплетения. Наш музей посещаем, мы никогда не страдаем от недостатка туристов. Но, конечно, в последние годы мы заметили, что интерес к внутреннему туризму он увеличивается. Во время пандемии мы поняли, что работа онлайн и работа в музее надо совмещать это, потому что количество посетителей, судя по просмотрам, оно не уменьшилось. За самым дальним прошлым на территории Ульяновской области добро пожаловать в Ундровский палеонтологический музей. Миллионы лет на обрывах волжских склонов, останки моллюсков, ихтиозавров и плеозавров. Основа коллекции – минеральные воды, известные далеко за пределами нашей области. Приятное дополнение после путешествия по геопарку Ундория. Период пандемии нет худа без добра, но посещение, как бы обращение внимания на музеи среди жителей нашего региона, среди жителей соседних регионов усилилось. Коронавирус приостановил работу музеев, но также дал шанс развитию местной туристической отрасли. Ульяновская область полна географических красот, уникальных уголков с первозданной природой, интересных промыслов, удивительных неравнодушных людей, которые радостно примут гостей. Елена Павлунина, Константин Никитин, репортер 73.